Всем привет! С вами video-shopper.ru. Сегодня мы тестируем C601, очередной симбофон от Nokia. В комплекте зарядка, USB-кабель и проводная гарнитура. Карта памяти на 2 гигабайта уже в телефоне. Если вы купите Nokia C601 у нас, вас ждет множество бонусов и подарков, в том числе увеличенная карта памяти, пленка на экран, множество игр и приложений. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Несмотря на то, что модель позиционируется как младшая в линейке, в корпусе довольно много стали. Из нее выполнена задняя крышка и ободок вокруг экрана. Так что, несмотря на скромные размеры, телефон довольно увесист. И это приятно. В руке лежит неплохо, не скользит и вообще никуда не собирается. Диагональ экрана выполнена по AMOLED-технологии, 3,2 дюйма. Разрешение 640 на 360 пикселей. Наверху фронтальная камера, внизу стандартный набор кнопок «Прием», «Меню» и «Отбой». Последняя совмещена с клавишей включения. Справа кнопки управления громкостью и клавиша фотокамеры. Между ними ползунок блокировки. Если подержать его несколько секунд, включится фонарик. Все разъемы внизу, микро-USB, наушники и 2-миллиметровая дырка под зарядку. С обратной стороны телефона разместилась 8-мегапиксельная камера с внушительной вспышкой и звонковый динамик. Чтобы поменять карту памяти, достаточно снять заднюю крышку. С симками будет труднее. Соответствующий слот находится под батареей. Емкость аккумулятора 1050 мАч. При обычном использовании можно рассчитывать на пару дней работы от одной зарядки. Что до железа, то внутри процессор с частотой 680 МГц и 256 МБ оперативной памяти. Внутренней не намного больше, так что карта памяти будет очень кстати. В качестве операционной системы Symbian 3 версии. Мы не раз описывали ее в своих обзорах, так что не будем останавливаться на этом подробно. Тем более, что мир замер в ожидании Symbian Anna, которая, по слухам, вернет операционке былую славу. Поддерживаются все современные коммуникации. Быстрый интернет, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Для навигации используются бесплатные карты от Nokia. Камера весьма неплохая. Как-никак 8 мегапикселей. Порадовало видео с возможностью съемки в HD. Ощутимой ложкой дегтя в этой бочке меда выглядит отсутствие автофокуса. Остается надеяться, что в Nokia рано или поздно одумаются. Звук на высоте. Новые симбы довольно неплохи в этом плане. Громкость внешнего динамика можете оценить самостоятельно. Нам звук понравился. Встроенный проигрыватель без проблем переваривает обычные овишки, так что конвертировать фильмы не придется. Только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней Nokia C601 вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Напомню, купив Nokia C601 у нас, вы получите множество бонусов и подарков, в том числе увеличенную карту памяти, пленку на экран, игры и программы. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Модель предназначена для тех, кто любит Symbian или решил наконец пересесть с телефона на смартфон. Переезжать на операционку от Nokia с Android или iOS бессмысленно. Годы дают о себе знать, да и конкуренты не дремлют. Если вы еще не определились с выбором, посмотрите также наш обзор Nokia C7. Удачи!